18 марта в 16:30 можно будет сдать нормативы по стрельбе из пневматической винтовки. Проверить меткость все желающие приглашаются в тир средней школы номер 6 по улице Чехова, 24. Тестирование по плаванию пройдет в воскресенье 19 марта в 11:30 в бассейне спортивной школы «Виктория» по адресу проспект Революции, 11. Всем участникам нужно захватить с собой резиновые тапочки, шапочку для плавания, полотенце, а также сдельный купальник для женщин и плавки для мужчин.